хочется плакать и спать. Значит, грустно живет за стеной домовой, это ясно, как пятью пять. Он не ступит в окно, не залезет под стол, не рассыпет на кухне трубу. И следами его не истопчет сапог. Вы спросите меня, почему? Потому что он не любит глупости, не любит скучности, и в грустный дом он просто не войдет. Зато он любит сладости, а лучше шоколадости, а еще чтобы в доме поселился кот. Если в доме у вас целый день кутерьма, если двери открыты для всех, и тепло целый год, даже если зима, играть можно в нем без помех. Если варится суп в большую семью, если блюдечко есть для кота, если вы очень любите маму свою, вы спросите меня.